Привет. Хочу показать вам столовую, где я обычно перекусываю, когда долгая пересадка у меня. Это самое выгодное предложение получается. То есть полный комплекс, можно уложиться 250-300 рублей, когда бутерброды в терминале D, ну в любом терминале, получают 351 бутерброд, плюс чай и тому подобное. То есть буду показывать от терминала D, вам надо будет попасть в терминал F. Там эта столовая находится, там едят все служащие и работники аэропорта. То есть это реально самое выгодное место, где можно перекусить. Ну что, поехали? То есть вам по коридору, нужно будет попасть в терминал F. Идти достаточно далеко. Ну что ж, пошли. По этому коридору мы попадем в терминал Е сначала, а оттуда уже в F. Если у вас времени не очень много, конечно, не стоит туда ходить. Это занимает примерно минут 15-20 быстрым шагом. А если время есть, то, конечно, лучше сходить туда, сэкономить себе деньги. Можно немножко побыстрее вот такой дорожкой воспользоваться и пройтись. В терминал F, вот туда выход в Аэроэкспресс, в принципе тоже полезно, но стрелочка есть, а нам надо вон туда, в левую сторону. Вот он и терминал E. И вот туда дальше по коридору, там уже терминал F, он в принципе самый старый Шереметьево, соответственно, поэтому столовая там и находится. Вот вывеска. Туда идем. Тут вот такой аквариум стоит, можно за деньги рыбок покормить. Теперь вот есть нюанс. Если стоять лицом, я сейчас покажу. Вот он, терминал F. Вот это вот главное табло получается. Вот оно, главное табло. И лифт, который ведет в столовую, находится слева от этого табло. Нам нужен левый лифт на четвертый этаж, только он туда идет. Вот вы выходите из лифта и сразу направо. Там и находится столовая. Вот мой чек получился. Я не очень голодный. Гарнир не стал брать из суп, но в принципе ценники примерно одинаковые. Гарнир в районе 60 рублей, суп тоже. Ну, то есть на 300-350 рублей можно вообще полный комплект взять и объесться. Порции хорошие. Я взял салатик, виточки рыбные и компот. Ну, вот в принципе и все. Может быть, будет кому-то полезна эта информация. Всем пока. Удачи!